Поэтому следующая позиция, которую должны занять и Украина, и наши западные партнеры, это вопрос корреспондирующих счетов. Позиция такая. Если российский банк имеет корреспондирующий счет банка, который работает на оккупированной территории Крыма, такой банк выводится из мировой системы взаимоотношений по корреспондирующим счетам. То есть хочешь иметь у себя в банке корреспондирующий счет банка, работающего в Крыму, или российская власть заставляет тебя иметь такой корреспондирующий счет? Нет проблем. Но тогда там американские, британские, французские, польские, немецкие и так далее банки не предоставят тебе свои площадки для открытия корреспондирующих счетов и сами не будут у тебя открывать корреспондирующие счеты.